Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинге на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорится, в мире криптовалюты делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первыми получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственной... Что, собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфир, а это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях, ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Сегодня мы с вами получаем 150 токенов от проекта Egbas. А также этот проект имеет реферальную систему. И еще можно будет получить 100 токенов за каждого друга приглашенного. За каждого реферала. 150 токенов это в эквиваленте 10 долларов США. Проект неплохой. Связан он как бы через торговлю, через мобильные телефоны, я так понял. Но если честно, я не вникал. Просто пробежался по сайту. Какие-то выставки, проекты. Неплохая команда. Ну, поэтому мы... Кто хочет, изучайте, вкладывайте. Мы с вами забираем токены, которые нам дают за продвижение проекта в социальных сетях. И дожидаемся ICO, как обычно, и продаем их на криптобиржах. Итак, что для этого нужно сделать? Как обычно, проходите по моей ссылочке, которая расположена снизу моего видео, где написано слово «регистрация», и попадаете вот на эту страничку. Значит, здесь вам нужно будет зарегистрироваться whitelist первым делом. Значит, нажимаете whitelist. Попадаете в вот такую формочку. Заполняете страну, соответственно. Выбираете Россию. А также номер своего телефона. Префикс будет уже российский, когда вы выберете Россию. И нажимаете next. Далее. Попадаете вот в такую формочку. Заполняете сюда email. Здесь будет ваш уже номер телефона, соответственно. Нажимаете next. На почту к вам приходит подтверждение аккаунта, мы должны сделать. Вам приходит пароль шестизначный. Вот такой вот. Вы этот пароль вставляете, соответственно, в формочку, которая у вас будет, там шестизначная, у меня ее нету, я уже стер. И нажимаете также Next и попадаете вот в такую формочку. Здесь вам нужно будет внести свой ник
в личном кабинете, который у вас будет, пароль и подтвердить пароль. Поставить везде галочки, пройти капчу и нажать регистрация, сингап. И вы попадаете в свой личный кабинет. Попадете в свой личный кабинет, и дальнейшие действия мы будем делать уже отсюда. Значит, первое, нажимаете вот на профайл, попадаете вот на такую страничку, заполняете, соответственно, имя пользователя. Имя пользователя, электронную почту, дату рождения и ID Telegram. То есть username, имя пользователя в Телеграме, собачку не забудьте поставить. А также свой кошелек MyEtherWallet, ERS20, Ethereum. Если у кого-то нет, то снизу есть ссылочка, пройдете по ней, зарегистрируйте себе кошелечек, пользуйтесь. Там буквально 5 минут. Далее, когда это действие мы все сделали, переходим, нажимаем на верификацию аккаунта КУС, то есть верификация. Вот это не всем нравится, но прошу заметить, что хорошие проекты очень часто стали это применять, потому что просто-напросто их заставляет это контролирующие организации. Поэтому ничего страшного в этом нет. Всегда, как правило, требуется 3 документа, а точнее 2, то есть паспорт, вот эта вот сторона. Вот сюда вот надо нажать загрузить паспорт, соответственно, лицевую сторону. И документ, который подтверждает вашу прописку с вашим адресом. То есть это может быть там счет за воду, электричество, газ, которым есть адрес и ваша фамилия присутствует. То есть его можно отсканить и сюда загрузить. Либо это может быть выписка из банка. Вот то, что у меня, например, я сходил в банк, взял выписку, она годна, но не должна быть меньше, чем 3-месячной давности. То есть, в принципе, я каждый не 3 месяца рядом у меня банк, хожу, беру эту выписку, она стоит там 200 рублей. Мне этого достаточно, чтобы загружать ее для верификации. Потому что знай своего клиента, как это, know your customer, верификацию все чаще и чаще требуют хорошие проекты. Итак, далее, прошли, загрузили, нажимаем вот эту вкладочку, Airdrop and Referral. Нажимаем и попадаем, соответственно, последнее то, что мы будем делать, попадаем вот сюда, то есть в свой личный кабинет. Здесь будет ваша реферальная ссылка, которую вы можете давать своим друзьям. Если они будут регистрироваться в этом проекте, вам дополнительно будет $7 перечисляться. Неплохо, кстати. И делаем вот такие вот шаги. Значит, переходим в группу Telegram. Соответственно, там регистрируемся. Так как я уже зарегистрировался, то мне не надо. Вы нажимаете сюда «Вступить», «Начать», и, соответственно, эта задача будет выполнена. У кого проблемы с Телеграмом, просьба прогуглить, как их обойти. Все легко и просто. Далее. И вот это вот мы выполняем. Заполняем вот эту формочку. Нажимаем на эту формочку. И это последнее, что нам нужно будет сделать. Значит, здесь вводим свой кошелек. MyEtherWallet желательно. Далее здесь вводим телефон, который мы вводили на стадии регистрации. Сюда вводим с собачкой username Телеграма. Хотя здесь вот профайл линк, может быть, у кого веб-версия, надо ссылку на Телеграм. И далее вот сюда вот нужно ввести ссылку на пост, сделать пост в Твиттере об этой компании. И ввести сюда вот эту ссылку. И отправить. Это все, что нам нужно будет. Но каким образом я вот эту ссылку сделал, давайте я вам покажу. Грубо говоря, вот у меня была тут заготовленная
Вы также можете через Яндекс.Переводчик по-английски любой текст сделать. Вот отличный проект с хорошей командой, буду участвовать. Ну, грубо говоря, вот это я взял, скопировал, перевел. Ну и далее какие действия? Зашел в свой Twitter. Зашел в свой Twitter. Ну и не в свой Twitter, а на их сайт, скажем так. Сейчас, минутку. Так, на их сайт Twitter, в Twitter зашел. Вот сюда. Ну, вам также можно сделать. Вот поставил им лайк. Ну и репостнул вот этот вот пост, по-моему, какой-то я репост сделал. Ну, неважно, можно вот этот вот, например, сделать репост, ретвитнуть. Ну и добавить сюда комментарий. Допустим, вот этот. Ну и твитнуть его. Вот твитнули, заходим теперь в свой Facebook, в свой Twitter. Обновляем. Смотрим, что ретвит появился, вот этот, к примеру. Ну и здесь вот ссылочку, как вы знаете, да, сделать. Вот сюда вот на галочку нажимаете, скопировать ссылку на твит. Ссылка скопирована, видите, пишет. Ну и обратно возвращаетесь к этой формочке, ну и вставляете вот сюда, отправляете. Отправляете, и, соответственно, нам спасибо, ваш ответ отправлен. Соответственно, все мы сделали, все прошли. Ждем $10 и $7 за каждого реферала. Итак, вот здесь вот в правой стороне мой плейлист. Там больше 40 видео с проектами, поэтому нажимайте, регистрируйтесь в каждом из них, если есть желание. Неплохие все проекты. Подписывайтесь на канал чуть пониже. Всего доброго, до свидания, до встречи.